Необычный тайник нашли окружные полицейские в районе озера Харитоновка. Неизвестный закопал в землю 4 единицы огнестрельного оружия, 2 пистолета и 2 обреза гладкоствольных охотничьих ружей. Информацию о тайнике полицейские получили от жителя Наринмара. Он рассказал, где находится тайник и помог стражам порядка найти его. В интересах следствия личность бдительного гражданина не раскрывается. Сейчас проводится проверка, не использовалось ли оружие в преступных целях.